24-часовой марафон или хакатон прошел в Венспилской высшей школе. В течение суток студенты реализовывали проекты, связанные с электроникой. Это хакатон электроники. Студенты в течение 2 часов могут практиковаться в сфере электроники. Либо программировать, либо паять, пилить, сверлить и так далее. Делать все, что необходимо для реализации их проекта. Идеи у студентов были разные. Кто-то изготавливал сетку для микрофона, кто-то инфракрасный пульт дистанционного управления для компьютера, а кто-то переносной барометр. Моя задача сделать приемник, чтобы, нажимая на кнопку пульта, он воспринимал сигнал и посылал его на компьютер. Тогда я смогу с помощью пульта делать, что мне надо. Например, регулировать громкость, включать или выключать компьютер, или еще что-то. Для инженеров-электроников это несложно, но сделать это за одну ночь интересно. Идея проведения марафона принадлежит самим студентам. Педагоги и руководство вуза поддержали и высоко оценили это предложение. Инициатива положительная. Мы только приветствуем такое. Учеба – это одно. Эти вопросы решаются больше академически. А есть много хозяйственных проблем. Остается много нерешенных вопросов, потому что не хватает времени. А во время таких форумов делимся своими мыслями, опытом. Это прекрасное начало для новичков. Фактически, часто проблема в том, что неправильно сформулирована идея. Правда, бывает, что идея какая-то неразумная, а итог конструктивный. Татьяна Саксаганская, Лиана Кьюделет и Марти Спутник, Курзенское телевидение.